В Украине создадут специальный государственный фонд поддержки инноваций. Об этом заявил премьер-министр, выступая на Киевском международном экономическом форуме. По его словам, деньги для этого фонда уже предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год. Кроме этого, Владимир Гройсман сообщил, для развития высокотехнологичных предприятий уже в нынешнем году будут приняты законопроекты о приватизации и так называемых индустриальных парках. Своими идеями на двухдневном форуме поделятся сотни делегатов. Среди спикеров – нобелевские лауреаты, иностранные дипломаты и представители транснациональных компаний. Мы зараз стоим на порозе принятия важливых решений, створения инновационных парков, индустриальных парков, где мы сможем формувати украинский инновационный продукт. В каждом куточку света, где створюються инновации, там есть украинцы, которые створюють цей продукт. Ми маємо все зробити для того, щоб цей продукт був створений в нашій рідній країні. Ми стежуємо світові тренди, куди движеться бізнес в світі, щоб ми успіли йти по дорозі новацій. В крупних компаніях по світу, в самих відомих, працює від 3 до 10 до 15% українців. І це важливо, що це наші таланти. Тепер треба створити умови, щоб ці таланти залишились в нашій країні і креативили, создавали тут новації. І ці новації потім ми продавали, не покупали, а продавали в світі.